Ребята, всем здорово, Саныч на связи, я вас их очень рад приветствовать у себя по традиции на канале. Как вы считаете, 18 лет ребенка выгонять на работу это нормально, и в частности сына? Давайте послушаем. Уважаемые мамочки, объясните мне, пожалуйста, как вы заставляете своих детей работать? Моему сыну исполнилось 18 лет, и ни копеечки в дом он не принес. Он приходит, жрет, требует с меня одежду, требует с меня деньги на телефон, а работать он не хочет. С таким вот она прямо пренебрежением говорит, как будто у него отвращение от сына, какая-то ненависть, да. Ему уже 18 лет, и он ни копеечки еще не принес. А когда он должен был приносить? В 14-16 лет, когда еще в школе, что ли, учился? Что это за бред такой? Ему только исполнилось 18 лет, он только совершеннолетия достиг. Какие деньги? Я ему говорю: Алексей, ну вообще я уже деньги на тебя не получаю. Уже не получаю. Видать, элементы были. Я не получаю никакие деньги. На что я должна тебя обеспечивать? На что я должна тебя кормить? В общем, кто может посоветовать, да, как гнать его на работу? Потому что замки мы уже меняли, он приходил, все это, дверь вскрывал, сломал. И как выпернуть его на работу, я не знаю. Охренеть просто, да. Мать, родная мать меняла замки, чтобы дитё не попало. Ну это дитё еще по сути дела. Что такое 18 лет? Это еще чуть-чуть дальше переходного возраста, чтобы ребенок не попал домой. Это кем нужно быть? Нет, я понимаю, как бы, что человек, достигая определенного возраста, там, совершеннолетия, ну, кого как, в принципе, да, он должен идти работать, либо другие какие-то заработки иметь, чтобы себя обеспечивать, либо хотя бы частично, да. Но 18 лет, извините, меня только школу дети заканчивают. То есть получается, ему даже о какой-то учебе и речи идти не может быть, потому что, ну как, куда он может вообще пойти работать в 18 лет? Это раздавать листовки, грузчик, разнорабочий какой-нибудь, ну в лучшем случае водитель, если опять-таки, если он отучится на права, как бы. Я не говорю, что это плохие профессии, как бы, но без образования только туда. Ну, может быть, какая-то еще альтернатива там небольшая, как бы, будет. И все, получается, ребенку уже изначально можно поставить на себе крест. Никакого образования, никакой учебы, никакого занятия творчеством. Она же не сказала, что он какой-то наркоман, там, дегенерат, алкаш, там какие-то плохие вещи, как бы, делает. Обычно он просто жрет, там, пьет, как бы, да, одевается, там, деньги просит на телефон. Ничего необычного. Он не просит там на какие-то компьютеры, приставки, ноутбуки, на какие-то гульки там себе, как бы, да, там, пойти там девок в кино поводить, как бы. Он просит, он даже не то, чтобы просит, он просто ест. Ей это уже поперек горла стоит. Я, говорит, уже не получаю на тебя никаких денег. Скорее всего, были алименты, как бы. То есть, получается, покуда были алименты, она ними пользовалась, скорее всего, и в своих нужных, да, раз она такая циничная, как бы, то все, мне это тело уже, по сути дела, не нужно. Если человек с ней до этого жил, как бы, пускай там алименты, не алименты, как бы, это мой сын, он живет со мной. А тут алиментов нету резко, и ты мне уже не нужен. Значит, 100% она ними тоже пользовалась. Я не знаю, конечно, как бы я жил с такой матерью. Вот честно сказать, я бы не ломал замки, я бы нашел какой-то способ, пускай бы я пошел работать, я бы просто ушел от такой матери, и все. И не общался бы с ней вообще. Вот просто даже из-за ее циничного такого вот поведения. Он приходит, жрет. Знаете, как к какому-то слизню она обращается просто. Я бы поступил так.